Владельцев автомобилей, припаркованных на обочинах улицы Губкина, просят убрать транспортные средства. По этому участку проезжей части от перекрестка с улицы Ленина до парка культуры и отдыха 9 мая с 15 до 16 часов пройдет шествие бессмертного полка. Управление ЖКХ совместно с ГИБДД заранее уведомило всех автомобилистов о необходимости убрать транспорт на один день. Я очень бы хотела попросить владельцев автомобилей, которые проживают по адресу Губкина 17, Губкина 20, убрать их 9 мая до вечера в другое место, для того, чтобы прошло шествие «Бессмертный полк».